Всем добрый вечер. Я на работе. Хочу показать елку, какую красивую нарядили. Вот так вот у нас все. Это женская половина. Ужин покажу. Капуста тушеная. Подходит в 7. Всем. И стол 9, и стол 5. Вот это вот и диабет, и общий стол. Так, диабет у нас черный хлеб, общий стол белый. Также для диабета сегодня тефтели мясные на пару. В больнице используют говядину или телятину. Это будет всем раздаваться в 9 вечера, девочки-медсестры. Био-йогурт 3,2, без сахара. В магазинах такой не продается. Так, сегодня у нас чай. Всем с сахаром, диабету без сахара. И докторская колбаска. Она у них здесь очень вкусная. Раньше давали, как говорится, сырую, свеженькую. А сейчас стали отваривать. Ну, вкуснейшая. Вкуснейшая. Я спросила, в магазинах не продается. Вот, вот такой сегодня ужин. Сегодня 22-е, вторник.